Знаешь, я хочу попросить тебя, раз ты вот, высказалась очень мудрую позицию, давайте мы высвободим вот такую молитву, чтобы Господь в первую очередь сейчас говорил каждому из нас. Наших сердец достигает эта весть, эта боль, плач и слезы мы слышим в духе тех людей, которые переживают в очередной раз разрушение своих домов, разрушение своих семей. Эти люди, они опять становятся беженцами, они опять становятся гонимыми, они опять теряют все, что они с таким огромным трудом восстанавливали. Сама зона вот этого карабахского конфликта, я слышала, что там настолько маленькие были зарплаты. Армения вообще не богатая страна, но там это были просто какие-то крохи. Люди еле-еле сводили концы с концами. И вот опять начинается, вот опять атака, опять нападение, опять испытания невероятные. Давайте помолимся. Давайте, я очень согласна, потому что армянский народ действительно, они действительно много переживаний терпят в своей жизни. Ну и в общем-то, Господь Иисус, мы сейчас приносим этот конфликт на руках молитвы вместе со всеми молящимися, вместе со всей церковью, вместе со всеми, кто сопереживает, кто переносит эту боль, кто разделяет эту боль, кто разделяет это бремя. И мы приносим на руках молитве, молитве согласия, Господь, эту боль пред лицо Твое. И просто властью данной нам мы связываем дух смерти, мы связываем дух войны, мы связываем мщение, мы связываем вот эту жестокосердие именем Иисуса Христа. И мы властью данной нам высвобождаем туда прощение, высвобождаем туда исцеление в эти народы, Армения, Азербайджана. Властью данной нам мы высвобождаем Твою божественную волю, которая есть благая, угодная и совершенная для этих народов. Во имя Иисуса Христа мы не соглашаемся с этим разрушением, мы не соглашаемся с этой смертью, с этим кровопролитием, с этой братской войной. Мы не соглашаемся, Господь. И мы молимся о Твоем чуде, мы молимся о Твоем божественном вмешательстве. Мы просим, пошли туда ангелов, пошли и подними там делателей Твоих, которые будут нести твою позицию, твою политику, которые будут нести с собой тот мир и ту силу влияния, которая принесет их, приведет их и к покаянию, и к прощению, и к примирению. Во имя Иисуса Христа самым сверхъестественным образом мы молимся во имя Иисуса Христа, и мы связываем всякое демоническое влияние на эти народы, на это международные отношения, связываем именем Иисуса Христа всякий дух сильного, и высвобождаем Дух Господень, Дух, который пришел отпустить измученное на свободу, и пленное даровать освобождение, согбенное поднять, больное исцелить. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем волю Бога и план Божий для Азербайджана, для армян, для этих отношений. Во имя Иисуса Христа. Господь, пусть явится Твоя слава сейчас на эти народы. Пусть явится Твой мир, который сокрушает дьявола под ноги каждого из них. Во имя Иисуса Христа, Господь, утешь своим утешением, кто уже пострадали. Исцели тех, кто получили раны. Восстав тех, кто, Господь, Бог мой, сейчас просто не знает, что делать с этой ситуацией, которые растеряны и не видят никакого выхода. Пусть свет Твой светит, пусть придет надежда, пусть придет Твое откровение, пусть придет Твое утешение и исцеление в самую безвыходную ситуацию. Мы молимся, Господь, чтобы Твоя благодать, она покрыла эту землю и привела их к покаянию, привела их, Господь, к пониманию истины Твоей в этой ситуации. Благословляем, благословляем, все заботы эти отдаем Твои руки. Мы молимся и будем молиться, Господь, чтобы явилась Твоя слава, чтобы пришло Твое освобождение, пришло Твое исцеление божественное на этот конфликт во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, Господь, аллилуйя, аллилуйя. Драгоценное, еще раз хочу напомнить вам, что Господь призывает нас молиться за тех, кто прямо сейчас взывает о помощи,
прямо сейчас так страждет и нуждается в поддержке ближних, но также эта молитва о том, чтобы войны были остановлены, относится к тем, кто прямо сейчас также переживает в семье конфликт, во взаимоотношении с близкими людьми острый конфликт. Мы молимся о том, чтобы вы переживали Божий мир, чтобы вы вышли из этого конфликта. Во имя Иисуса. Господь, пусть придет на вас сверхъестественная Божья благодать. Откройтесь ей. Господь, пусть будет разрушена цепь мыслей, которые постоянно втягивают нас в мысли о другом человеке, как об источнике зла, его поступки, его слова. Господь, мы просим Тебя, чтобы каждый из нас обрел это понимание, чтобы мы отдали на крест, отдали Тебе, Иисус, эти мысли, этот суд, эту боль, эти раны. Иисус, войди, пожалуйста, сейчас в сердца, войди, пожалуйста, в разум. Господи, мы приглашаем Тебя в души, израненные, болящие, Господь. Приди, пожалуйста, и дай нам увидеть Тебя, сострадающего нам, разделяющего наши боли. Господи, дай нам увидеть Тебя, обнимающего тех, кто сейчас плачет, тех, кому сейчас больно. И дай нам пережить, Господь, просьб, дай нам пережить Твое исцеление. Господи, дай пережить Твое примирение, Твое успокоение, Твое восстановление, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса мы высвобождаем это слово в те ситуации, в тем людям, которые сейчас страдают от боли, конфликтов. Мужья, жены, израненные дети, выходите из этого конфликта. Не будьте его продолжателем, не будьте его тем, кто его провоцирует. Сделайте шаг, отойдите от человека, у которого нет разумных уст. Сделайте шаг в сторону и прижмитесь к Иисусу. И обнимите Его, потому что Иисус рядом с вами, потому что в Иисусе Христе примирился мир, воюющий против Бога. Войдите в Него. Он совсем близко, Он ждет вас, и мы молимся, чтобы этот эфир, это время было для вас временем благословения, временем единения с Иисусом, чтобы мы были вдохновлены заново Его силой любви, чтобы от избытка мы молились за страждущих братьев и сестер в Армении, в Азербайджане, в Беларуси, в Украине, в Сирии, в Ливане, Господь, в Израиле, в палестинских автономиях, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пролил свою кровь, Ты пролил, Господи, отдал нам свою жизнь, Ты закрыл своей кровью все грехи, вопиющие отмщении пред лицом Божьим. Господи, мы благодарим Тебя. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. О, мой Лорд. О, Господь, 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 я прошу Тебя, чтобы Дух Твой Святой говорил к тем, кто сейчас переживает невероятное давление, депрессии. В ком уже этот внутренний конфликт разросся и стал подавляющим состоянием, подавляющим настроением. Мы молимся сейчас в согласии против тех, да, кто находится как будто в темном облаке мыслей, депрессивных, навязчивых мыслей. Да, Господь, пусть будут разрушены, и по Слову Божьему мы именем Иисуса Христа пленяем всякий замысел, Господь, пленяем все, что восстает против познания о Тебе, Господь, познания Тебя, Господь. Мы высвобождаем это слово, пусть оно будет как меч, сияющий, обоюдоострый, рассекающий это облако депрессивное, навязчивое, угнетающее тьмы вокруг вашего сердца, вокруг вашего разума. Боже, я благодарю Тебя, что возлюбленному своему Ты даешь сон,
ты даешь мир, что ангел Божий ополчается вокруг любящих тебя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя.